всем поклонникам журнала видеокомиксов «Каламбур». Как это водится на Новый год, мы приготовили для вас новогодний сюрприз. Сегодня программы не будет, потому что сегодня в гостях у программы «Каламбур» те, кто обычно приходит сюда на работу. Знакомьтесь, артисты программы «Каламбур». Итак, сейчас мы будем знакомиться с теми, кто долгие годы радовал вас своим искусством и, наконец, порадовал. Вот этого молодого, хочется верить, человека зовут Лёша. Вы его наверняка помните по ролям Дринкинса из «Крутого пике», бармена из бара «Каламбур». Да господи, всего и не упомнишь. Ну, жаль, что вы не упомнили. Вот вы, например, фильм «Рэмбо» видели? Видел, но а какое отношение он имеет к программе «Каламбур»? Ну как? Надо же было мне где-то набираться опыта для работы в программе «Каламбур». Вот и пришлось согласиться на роль Рэмбо. Какой сюрприз. Но весь мир вроде бы уверен в том, что Рэмбо сыграл Сильвестр Сталлоне. Это мой сценический псевдоним. А внешность? А как вам удалось добиться такого поразительного сходства с Сильвестром Сталлоне? Актерское мастерство плюс хороший грим. Потрясающе! Теперь я понимаю, почему вы приезжаете на работу сразу на двух мерседесах. На 600-м и 601-м. Я представляю, какой гонорар вам заплатили за эту роль. И это гонорар? Те жалкие гроши вы называете гонораром? Не смешите меня. Тогда я не понимаю, как вам удалось так разбогатеть? А вы не догадываетесь? Нет. Настоящий артист может заработать настоящие деньги только в одном единственном месте. На детских новогодних утренниках. Вот там капуста. Вот там молотилово. Продолжаем посвящать телезрителей в закулисные тайны программы «Каламбур». Наверняка для некоторых будет сюрпризом узнать, что в этой программе работает не один актер. Кроме этого актера, в этой программе работает еще и режиссер. Знакомьтесь, я с удовольствием представляю вам известнейший режиссер программы «Каламбур» Юрий Стыцковский, любимый ученик Феллини. Я правильно вас представил? Ну, в общем-то, да, за исключением мелких деталей. Нелюбимый ученик, а любимый учитель. Скажите, а как вам пришла в голову идея этой потрясающей программы «Каламбур»? Ну как? Сначала эта идея просто витала в воздухе. А так как я сам часто улетаю, парю, знаете ли, там мы с ней встретились. Нет, ну это понятно. Меня поражает другое. Как это в голову, на первый взгляд, таких обычных размеров могла поместиться такая грандиозная идея? А? Да тяжело, батенька. Тяжело. Пришлось очень плотно укладывать. Ha ha ha!
телефон. Дорогие друзья, буквально только что мне сообщили, что сегодняшнюю нашу программу транслируют через спутник на Америку и Антарктиду. Поэтому для тех пингвинов, которые только что к нам подключились, я с удовольствием хочу сообщить, что мы ведем беседу с духовным отцом этой душевной программы, с режиссером с большой буквы «С» Юрием Стыцковским. Давайте, Юрий, поговорим с вами конкретно по сериалам. Вот мне, например, нравится больше всего сериал «Крутое пике». Расскажите историю рождения этого сериала. Знаете, после моего развода с Шэрон Стоун, мне почему-то захотелось снять что-то катастрофическое. А разве вы были женаты на Шэрон Стоун? А вы что, об этом не читали в журнале «Лук»? Извините, нет. Вообще-то я больше люблю чеснок. Но это не важно. Значит, вы решили снимать фильм-катастрофу. Расскажите, пожалуйста, почему же вы выбрали все-таки падающий самолет? Ошибаетесь. Сначала я выбрал тонущий пароход. Мой фильм «Титаник» вызвал настоящий фурор. Шутка ли? 11 «Оскаров». Стоп, я не понял. Но ведь «Титаник» снял совершенно другой режиссер. И в этом вы ошибаетесь. Для меня фильм «Титаник» был всего лишь репетицией перед съемками «Крутого пике». Но подождите, там в титрах стоит совершенно другая фамилия. Ну да, да, я уступил этому, как его, Тунису. А Камерун, вы хотите сказать? Ну, Камеруну какая разница? Свои авторские права. Но вы бы знали, каких денег это ему стоило. Понадобилось времени, чтобы научиться так летать. Так, ну где-то 7 или 8 месяцев или лет. Самолетов, Дринки, самолетов! Войти, сэр. Кто это? А вот отгадайте. О, слушаю вас, мисс, отгадайте. Что, отгадайте? Нет, я сказал, отгадайте. Так, Дринкинс, не путайте меня. Вы Дринкинс, а она отгадайте. Что мне нужно отгадать? Так, мисс, отгадайте. Либо вы говорите, что надо, либо... Да это же наша стюардесса, сэр! Да! А где мисс, отгадайте? Сэр, у нас проблема в пассажирском салоне. Мисс Бурбл хочет встретиться со своим адвокатом. Нет, ничего проще. Пусть она позвонит и попросит его выброситься из окна. И тогда они встретятся. Где? На том свете! Сэр! Что вам надо? Сэр, из диспетчерской Лос-Анджелеса сообщают, что они не видят нас на экранах своих радаров.
не видят нас на экранах. Передайте им, пусть они все бросают, идут домой и просто включат телевизор. Мы здесь. Hello! Hello! Все-таки, сэр, сколько лет вы в авиации? О, Дринкинс, очень много. А этот полет какой по счету в вашей жизни? Такой же, как и в вашей, Дринкинс. Последний. Ha ha ha!
Thank you.